Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы находитесь на канале питомника Хвойный дворик, и с вами Евгений Филимонов. Сегодня у нас обзор ели голубой, двухлетка. В этом году она довольно-таки хорошая. На сайте у нас заявлено 5-10 сантиметров. Ну вот, 10 сантиметров. Примерно такие мы будем отсылать. Почку вы можете видеть хорошую. Почка прям и не одна. Так что трехлетка она будет очень боевая. Даже маленькую, если взять, почка будет хорошая. Это еще ей 2 месяца расти. Ну, месяц до продаж. 10 сантиметров. Это ель колючая видовая из семян. Голубая, не голубая, судить вам. Я, камера передает такое, какое оно есть. Сеянцы ели колючие. У нас ее довольно много. Так что заказывайте, не стесняйтесь. Цену 15 сентября, и скорее всего на него поднимать не буду. Она везде такая вот, примерно около 10, ну где повыше есть. Это вторую почку дали. Кстати, часто спрашивают насчет второй почки. Вот у меня дала тоже ель вторую почку. Ничего страшного с ней не будет. Она нормально до зимы наберет, и все будет хорошо. А так можете видеть, какая она. Выкапывается она с открытой корневой системой, потом отправляется в пучках. Гидрогель, конечно же, все там мы упаковываем хорошо. Доходит до Южно-Сахалинска, 12 дней спокойно шла. Все выжило, все прижилось. Опять же, рассаживать ее тоже желательно в грядку, поэтому грядку готовьте заранее. Рассаживать ее, ну, примерно сантиметров 10 друг от друга. Это ель на доращивание. Вы через пару лет ее будете пересаживать, поэтому четырехлеткой. Там уже можно на постоянное место роста ее садить. Там уже смотрите сами, на ваше усмотрение. Ну, для меня она вся голубая и вся одним цветом. Здесь говорят, что вот есть то, что есть отпад, там одна зеленая, сизая там. Нет, она вся у нас одним цветом. Вот можно видеть его, смотреть. Вот смотрите, вот я даже пучок вот беру, вот он. Я не думаю, что она зеленая. Ну точно не зеленая, вы извините. Ну, это ель колючая, во-первых. Даже если она будет зеленая, она продастся очень хорошо. Потому что почку она бьет очень хорошо. Ну, если там она очень пышная становится. У нас ее довольно много. Так что заказывайте. Я думаю, еще на весну заказывайте. Сейчас можно. Мы принимаем заказы и на весну. По поводу заказов все хотел сказать. Уважаемые друзья, пожалуйста, у нас нет другого места приема заказов, кроме сайта. Не надо просить меня заказать по телефону, заказать через WhatsApp, через ВК, через что там. Мне нужен номер заказа. Но по номеру заказа мы с вами будем работать. До конца, до того момента, пока что она к вам не придет. Вы по электронную почту пишите в заказе. Действующую и рабочую, пожалуйста. Еще раз обращаюсь к вам. Это очень важно. Это не просто я так от своего каприза. Цену я не говорю сейчас специально. Не потому что, опять же, я тут капризничаю или что. Потому что сейчас цена одна, ролик человек увидит через 5 лет и скажет, а вот у вас ель такая-то столько стоит. А вы сказали, столько она стоит. Поэтому все должны
примерно расседать и, конечно же, силы, чтобы ее вырастить. Я не думаю, что... Ну, в северных районах я бы ее в прикоп положил, и довольно-таки хорошо она растет. Или в теплицу прикрыл бы чем-нибудь, и в Сибири, к примеру. А в таких вот... На самом деле, вот сейчас то, что вы видите, там она намного голубее. Вот я смотрю на нее. Если вы приехали сюда ко мне и увидели, что она действительно голубее, она еще будет голубее. К осени она будет еще голубее. А весной она будет, наоборот, зеленоватая. Извиняюсь. Поэтому... Кто сейчас заказывает? Ну, потом она цвет набирает. Весной она зеленоватая, потому что, ну, мы рано ее отправляем, и она не успевает цвет набрать. И к осени вы сами убедитесь, что цвет однозначно будет голубой. По поводу отправки. Отправляется она с деком и... Почта России. Естественно, кому надо быстрее, Почта России, там курьерская доставка, там МС, он очень быстро доходит. Ну, СДЭК не так уж и, я бы сказал, что долго идет. Сейчас, конечно, расценки поменялись, ну, не настолько, чтобы там была она дорогая такая. Я имею в виду доставка. Ну так, уважаемые друзья, смотрите, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Рутуб канал, подписывайтесь на Дзен, подписывайтесь на Телеграм канал. Там довольно достоверные все новости проходят. Когда начнется отправка, вы сразу же узнаете. Опять же, еще хочу обратиться. Вот видите, у меня побегов много вторых. И это тоже ничего страшного. Они все дойдут, все нормально будет. Тут сосна кое-где попадает, но ничего страшного тоже. По поводу рассепления, опять же, хотел еще добавить. По поводу зеленая, сизая, голубая. Для меня она вся голубая. Но если можно видеть на видео, ну, сами присмотритесь, ну, явно точно не зеленый цвет. А это ель колючая. Ель красивая, хорошая. Мы ее рассадим, она у нас будет трехлетка. Как говорится, что она не пропадет. Еще, если вы не уверены в своих силах, лучше проконсультироваться, лучше оставить там на осень, лучше взять побольше. А побольше у нас в этом году, к сожалению, нет. В следующем году будет, вот это подрастет, будет трехлеткой. Мы ее рассадим, она будет прекрасной трехлеткой, будете ее брать тогда. Подождите чуть-чуть. А может, через пару лет, тоже я извиняюсь, четырехлеткой возьмете. Но в следующем году будет много четырехлетки у нас. Трехлетку мы не продаем в этом году. Хочу еще сказать по ели голубой двухлетки. Старайтесь, ну, в северных районах я бы в прикоп положил, а весной, как земля отойдет уже, а вы сами увидите, как она начнет бить почку, вы ее рассадите. Но главное вам сейчас сделать грядочку, сделать все. Если вы рассадите и все по уму сделаете, я думаю, все вырастет. Я вас верю, вы, думаю, еще раз, вот 10 сантиметров. Но мы не отсылаем такие совсем маленькие, мы отсылаем средненькие. И опять же, смотрите, сколько на ней почек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь почек. Семь почек. Следующей осени она вам даст 7 почек. Здесь где-то побольше есть, где-то поменьше, но, извините, там где-то мы всегда стараемся перебирать ее. Мелочь, хотя ни один, я не знаю, может быть где-нибудь, ну, питомники не перебирают. Все подряд копают, все подряд отсылают и как бы проблем с этим не знают.
потом доказываем, что вы сказали. На сайте написано 5-10 сантиметров. Все, дорогие друзья. Ну, извините, что такой ролик бурный получился. Но вот двухлеточка у нас такая. Поэтому на сайте, опять же, заказывайте. Переходите на наш сайт zelenko-com.ru. Сайт будет в конце, в конечной заставке. Сайт в описании. Все, что есть у нас, все в описании. Там все соцсети, все в описании. Переходите, задавайте вопросы, конечно же, ну, как по мере возможности ответим. Я, к сожалению, не могу отвечать на все вопросы сразу. Ну, сейчас очень много работы, еще месяц будет очень много работы. Ну, как бы вам одну вот выбрать, вот, чтобы вы поняли, которую мы отсылаем, например, вот такую вот. Нет, такую не будем выбирать. Большую. Так она подрастет еще. Вот же. Вот, может быть. Вот, да. Ну вот они, две штучки подряд. Примерно вот такую вот двухлетку будем отсылать. Но это еще, может быть, вырастет, поэтому эти тоже подрастут. Ну, 10 сантиметров она есть. Опять же хочу заметить, на сайте написано 5-10 сантиметров, тире 10. А на этом все, уважаемые друзья. Вы были на канале питомника Хвойный дворик. Это был обзор 2023 года, осень. С вами был Евгений Филимонов. Всего доброго. Удачи всем. Всех благ.